Варданян оказался героем чужой игры. Потому что, ну, Варданян не тот человек, который... Понимаешь, это не Савонарола, да? Он не Савел Бабаян даже. Вот, он, это не вождь повстанцев, это не Спартак, это не борец за независимость. Ну, не его эта игра. Он ехал за другим. Вот, но поскольку возвращаться ему сейчас особо некуда, уезжать особо некуда, он оказался в ситуации, где он должен сейчас отыгрывать какую-то странную роль.